Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор интереснейших покупочек в Wildberries, Озон, Яндекс.Маркет. Итак, поехали. Яндекс.Маркет, причем повторная, сейчас открою и покажу. Это бомбочки для ванны. В прошлый раз был набор у нас, мы еще, кстати, его не использовали, но девчонкам так понравился, и у Крис ни аллергии, ничего не было. Водичку окрашивает не сильно, пленки никакой на воде не образовывается, поэтому бомбочки зачетные. И 250-260 рублей за 9 штук, это вообще красота. Белая! Да, здесь у нас, смотри, зелененький, белый опять кокосовый, потому что опять пахнет фруктиками и кокосовыми. И розовые тоже такие же, то есть вместо коричневых зелененькие вот эти. Но прям одушка такая классная, фруктики, кокосик, яркая, насыщенная. Чтобы девчонкам понравилось, зеленый. Хорошо, сегодня будешь зеленый. А девочкам понравилось, поэтому, конечно, заказали еще за такие деньги, просто шикарный бомба. Еще одна покупочка Wildberries, это любимый Pink Magic. Итак, открываем. Ну, во-первых, здесь целый килограмм. Если вы обратите внимание, некоторые производители снижают вес товара. Есть такое, причем у многих. Огромная, подробнейшая инструкция. На трех языках. Прям огромное, что можно, что нельзя, как делать и так далее. Это тоже очень важно. Удобный зип-замочек, ничего не просыпется никогда. Еще один приятный бонус – это мерная ложечка. Далеко не каждый производитель кладет ее, я бы сказала, даже вообще единицы, поэтому это плюс. Ложечка у нас с вами продозирована 25 мл, чтобы вы понимали, сколько вы набираете, на какое количество белья и так далее. Что будем делать? Фронт работы у меня большой, сегодня покажу много интересных способов применения очистителя. Вы под последним роликом спрашивали показать что-нибудь интересненькое. Смотрите, у меня вот такая маечка, вот такое количество здесь пятен, я не пойму, по-моему, это шоколадное мороженое. Белые носочки будем реанимировать. Вот эти белые носочки. О, тут даже у нас что-то прилипло. Очень классные, очень мягенькие, такие вот мимимишные, но вот так они выглядят. Так, и у меня еще мой коврик для сушки посуды. Я его уже два раза стирала. Даже на 95 градусах, с порошками, с различными и так далее, не отстирывается. Я не пойму, что это за пятна. Вот видите, вот эти вот такие черно-коричневые, что ли. После пересадки земля, но она обычно отстирывается. Не знаю, почему он все это дело так впитал, поэтому будем его реанимировать. Он классный, он любимый, самый мой любимый коврик для сушки посуды. Вообще замечательный. Еще у меня, девчонки, лоток от стиральной машины. Смотрите. Вот таким он становится, хотя я добавляю сюда исключительно кондиционер вот в этот отсек. Все, порошок я сюда не кладу, никакие больше средства не кладу, я все кладу в барабан. Я наливаю сюда исключительно кондиционер. И вот от жесткости воды и от кондиционера он становится вот таким. Прелесть, правда? Вот его мы тоже будем сейчас реанимировать. Уже накипятило воды, потому что средство работает в воде приближенно к 90 градусов. Гранулы начинают растворяться от 60 градусов и выше. Если у вас очень жесткая вода, и вы видите, что гранулы не растворяются в процессе замачивания или еще какой-либо процедуры, а значит, у вас очень жесткая вода, есть смысл добавить ложечку лимонной кислоты, дабы ее смягчить. Что мы, собственно говоря, с вами делаем? Мы засыпаем средство Pink Magic из расчета 1,5 столовых ложки на литр кипятка. Если загрязнение очень сильные, истоки, иногда процедуру нужно повторить или увеличить количество средства на литр воды. Да? И еще обратите внимание, что цветные вещи, которые могут полинять, как бы вы знаете, как они уже себя ведут в стирке или не знаете, но на всякий случай. Так, я 4 ложки, мне достаточно будет. Хотя водички у меня здесь будет много, а много ее нужно, тоже объясню сейчас почему. То есть цветные вещи и деликатные ткани мы с вами предварительно насыпаем. Pink Magic заливаем кипятком, ждем немножко растворения гранул и разбавляем прохладной водичкой. Разбавляем. То есть, если у вас есть ткань, которую можно, допустим, там, только при 30-40 градусах, значит, мы доводим до такой температуры наш раствор и потом пятнами вниз погружаем деликатную либо цветную вещь. Это на самом деле очень важно, чтобы не повредить ткань, чтобы не полинял цвет. Дожидаться конца реакции не нужно, потому что именно в этот момент идет расщепление загрязнений, выделение активного кислорода. Поэтому вот смотрите, какое у нас тут бурное шипение, бурная реакция, сколько пены. Мы обязательно выбираем емкость большую, пятнами вниз погружаем вещи. У меня сейчас опять будет за пределы выходить, судя по всему. О, посмотрите, что творится. Видите, какая бурная реакция. Вот так.
то есть пятнами вниз, и вещь должна свободно плавать, полностью погружена быть в водичку. Если вы вот, допустим, на такой таз напихаете сейчас много-много всего, результата будет ноль, потому что активный кислород с пятнышками не соприкоснется. То есть этот момент нужно тоже учитывать, он влияет на качество выведения пятен. Поэтому вещи свободно у нас с вами должны барахтаться в растворе. Так, вот, пятнами вниз я погружаю коврик. Так, так. Если я посмотрю, сейчас мне мало будет водички, я еще подолью. Я просто боюсь, так как средство очень мощное, дает много пены. Я пока вначале побаиваюсь немножко. Сейчас посмотрю. Если необходимо, добавим. Да, немножко водички я сейчас добавлю. Потому что, видите, вещь не плавает. А она должна быть полностью погружена. Еще чуть-чуть нам не хватает. Вот теперь все отлично. Оставляю на часик полтора. И будем потом стирать в обычном режиме. Почистить контейнер от стиральной машинки. Я хочу провести обработку всех сливов. Я давно этого не делала. И уже иногда чувствую запах сливного отверстия. То есть там скапливается загрязнение, скапливается жир от посуды и так далее. И чтобы потом не чистить трубы и не возникало никаких проблем со сливом воды, нужно для профилактики, ну, так вот раз в две недельки я обычно делаю, раз в месяц, самое редкое, полторы ложечки прям засыплю. Потом берем кипяточек и заливаем. Еще немножечко, прям не надо сильно много воды сразу лить, пусть реакция идет у нас с вами там в трубах. Вот таким вот образом. Видите, иногда даже можно увидеть шипение, и вот грязь полезет наружу. Если это произойдет, я вам обязательно покажу. И то же самое я делаю в ванной. Что мы делаем дальше? Дальше беру ложечку Pink Magic. Пошла реакция бурная. И погружаю сюда контейнер. Я буду его крутить, потому что не очень удобно. Но, в принципе, все самые грязные места покрывает. Пошла реакция. Сейчас будет активное расщепление, загрязнение. Вот так, ну, вот так, наверное, даже получше. В общем, я его буду вот он сзади крутить, вертеть как могу, чтобы все у нас погрузилось. Синюю штучку у меня снять получилось, она там плавает. А вот сам контейнер от вот этой вот крышки не получилось. Поэтому я вот так вот буду поливать. Пластику ему много не нужно. Тут все быстро отходит. И расход средства минимальный. И загрязнение отходит достаточно быстро. Минут прям 10, и все. Можно будет споласкивать. И налет хорошо убирается. И вот эти вот загрязнения. Прям вот так вот сейчас полью, как следует. И все. Минуты, пластик уже, в принципе, можно вытаскивать. Синяя штучка. Вот вообще прям чистенькая, хорошенькая. Сейчас все ополоснем. Я тут пополивала еще вот таким вот образом. Все вокруг. Сейчас промоем и посмотрим. И вот такая красота у нас получается на выходе. Налет отходит с легкостью. Просто ополоснулись, тряпочкой протерли. И наш с вами контейнер идеально чистый. Вот это просто промыло. Здесь и так все сразу моментально отошло. Сейчас будем вставлять на место. Не забывайте протирать то место, в которое этот контейнер вставляется. Потому что там тоже скапливается такая всякая бяка-фука. И именно это является причиной неприятных запахов из машинки. Но у меня теперь чистота, красота. Что хочу еще сделать? Мы сняли насадку с крана. Смотрите, сколько здесь налета. Она прям такая грязная вышла. Одели пока другую. И я сейчас что буду делать? Я беру ложечку Pink Magic. У меня уже вскипел чайник. Даже пол ложечки. Мне тут совсем чуть-чуть же надо. Наливаю кипяточек. Одну треть, а то сейчас за края выйдет. И бросаю насадку. Это дело прям минутное. Реакция идет, шипит, бурлит. Сейчас грязь пойдет. Он уже видно на пене. Всякие кусочки там вылетают. Я пока ставлю минут на 10, потом посмотрим, что тут у нас. Вытаскиваю. Так, ну уже другое дело. Сейчас я еще со старой зубной щеточкой пройдусь. Я думаю, налет вот тут вот по периметру он отлетит. Такая красота получилась, смотрите. Вообще чистенький, хорошенький, замечательный. Налет весь тоже отошел. Чистая решеточка, теперь водичка будет течь еще быстрее, еще больше. Вот такие манипуляции, кстати, проводим достаточно часто. На этой квартире первый раз вот за 2 года. Но мы смеситель меняли уже один раз, у нас стек. Вот раз в год как минимум. Если вода очень сильно жесткая у вас идет и грязная, то вообще раз в месяц
лучше, конечно, все это дело чистить, потому что забивается, особенно у кого газовая колонка, напор страдает, напор снижается. Вы думаете, что проблема какая-то в подаче воды или в газовой колонке, оказывается, просто нужно прочистить вот этот наконечник от крана. Ну что, мои хорошие, Pink Magic, как всегда, не подвел. Универсальный, доступная цена, безопасный, более 2000 отзывов на маркетплейсах. Так что ссылочку для вас оставляю в описании. Переходите, пусть ваш дом будет чистым, а одежда без пятен. И не забывайте, что упаковочку 2 килограмма гораздо выгоднее брать, нежели чем одну. Покупочки в Wildberries, целый пакет. Итак, поехали. Вот такая небольшая гора посылок. Сейчас все будем вместе с вами распаковывать. Первое, это живая хлорелла. Взяла по совету девочки с телеграм-канала моего. Марин, спасибо, будем пробовать. Был упакован и в пакет, потом в пупырку, и еще в пакет, чтобы не дай бог. Для чего это, девчонки? Для рассады, для цветочков, для всего. Живая хлорелла, это суспензия. Повышает иммунитет, стимулирует рост, всхожесть 100%. Будем удобрять свои цветочки. Вот здесь информация. Подкормка рассады 250 мл на литр воды. Но я буду меньше делать, я боюсь так много. Комнатные растения 250 мл на 2 литра воды. Один раз в 2 недели. Обработка больных растений. Это без разбавления опрыскивают по листику. Прям вот чистой хлореллой. Она, кстати, есть, продается с распылителем, но я взяла именно ту, которую прям посоветовали, чтобы не экспериментировать и так далее. Вот состав: культурная, водная, среда, микроводоросли. О, как интересненько. Так, срок годности у нас с вами 12 месяцев. Дата изготовления 10 февраля. Вот. Тоже подкормка. Тут как будто как стаканчик вверху. Интересно. Это здравень. Отзывы хорошие. Для подкормки огурцов, тыквенных и бахчевых культур на 100 литров воды. Аж мне хватит на 10 лет вперед. Для внекорневых подкормок. Ну, в общем, тут подробная инструкция. Кто пробовал, девчонки, пишите. Взяла для рассады огурчиков. Вот такой вот здравень тоже подкармливает. Следующая покупка – это орегано. У меня давно закончилось, давно хочу купить. Все время забываю для приготовления блюд различных. Взяла вот такую вот себе специю в пакетике. Буду пересыпать 100 грамм здесь в контейнер для специй. Очень удобно. Я вообще орегано люблю. Люблю, когда оно присутствует, особенно когда готовишь мясо, жаркое, что-то такое. Следующая покупочка, которую рекомендовать не буду, потому что просыпался кунжут. Это кунжут. Даже не знаю, как мне его теперь достать и где он здесь просыпается. Но, в общем, это белый кунжут. Тоже для приготовления еды. Очень хорошо мяско с ним тоже иногда делать. Овощи запекать. Ну, просыпался. Вот не могли получше упаковать. Прям надо куда-то сейчас пересыпать срочно. Я все по специям да по удобрениям. Фетрика взяла для томатов. Тоже вроде отзывы неплохие. Вот такую тоже вот подкормочку. Микроэлементы. Много микроэлементов. Это сухая такая штука, которую нужно будет растворять. Что-то красно прям даже нарисовано, как это все делать. На пачке на самой. Очень интересно. 10-20 грамм на 10 литров. То есть вообще щепоточку надо прям вообще совсем чуть-чуть. Так, и еще одна покупка – это фрезы. Девчонки, фрезы для маникюра взяла, для аппарата для своего. Это фрезы свеча. Я в них не сильно понимаю, не сильно разбираюсь, но мне нужна именно свеча для обработки возле кутикулы. Вот такой наборчик из 5 штучек пришел. Вроде неплохие, с красной насечкой. Будем пробовать. Еще одна покупочка в Wildberries. Это футболка. Футболка любимый Василек. У меня уже такая есть. Я брала у них на сайте. Сейчас взяла на ВБ 500 с чем-то рублей. Моя самая любимая футболка, которую я практически все лето гоняла. У меня такого, она темно-малинового, что ли, цвета была, темно-бордового. Очень удачная, с красивым вырезом. Даже брала, не мерила, потому что муж забирал, потому что знаю, что уже подойдет. Размер 58, футболка Валерия, и цвет у меня индиго Милан, то есть такой темно-серый решила взять, хотя цветов там море. Так, давайте смотреть. Кажется, я с размером погорячилась. Она, конечно, хорошо смотрится, когда оверсайз, но что-то прям очень оверсайз. Ладно, сейчас померяем. Здесь вот такой глубокий V-образный вырез. Он прям глубокий. Вот так вот сделана горловина. Камера вам делает цвет светлее, он темнее. Достаточно длинный рукавчик, прям вот хорошенький, так как надо. А внизу, как обычно. В общем, она смотрится классно. Я сейчас померю, вам покажу. Кто видел в малиновой футболке такой меня, тот как бы знает, о чем речь идет. Я ее довольно часто одеваю и носила, летом прям не снимаю. Да нет, вы знаете, нормально. Ну вот смотрите, вырез какой, смотрите, какой рукавчик. То есть он достаточно длинный. Нормально, нормально. Она, правда, потом немножко подрастягивается. Это я по малиновой футболке знаю. Ничего, все хорошо. Она лучше смотрится, когда она оверсайз. Вот такой запах еще здесь такой. Вот прям.
Нормально, нормально, хорошо. 58 размер, пусть лучше будет свободно. Она где-то до середины попы длина. И вот с брючками, прям летом, с летними какими-то, просто прелестно. Ну и цвет такой тоже ничего. Серенький меланж. Хорошо смотрится. Все отлично. Вот модель удачная, вот крайне удачная модель по посадке. То есть скрывает все недостатки, подчеркивает достоинства и вырез. Я вот такой прям люблю, классно, супер. Мне нравится. Купчики Валберис. И что здесь у нас интересного? Во-первых, гумус заказала. Здесь у нас сколько? 10 литров. Это гумус, который я буду мешать с грунтом для своей рассады, когда буду пикировать. Целых 10 литров. Бюджетно. Вот так он пришел, как-то перевязанный скотчем, весь упакованный. Посмотрим. Посмотрим. Так вроде отзывы на него очень неплохие. Так, дальше. Конфетки от Эко-Ботаники. Я вам сразу открыла показать, что они из себя представляют. Девчонки раздербанили, попробовали, сказали, что есть такое не будет. Не будут. Им не очень понравилось. Вообще бренд Эко-Ботаника, он не очень бюджетный. Но тут сошлись звезды на Валберес, иначе это не назовешь Валберес. Вообще чудесная страна, что 80 рублей стоила вот эта вот упаковка. Здесь много было, здесь действительно много, вес нормальный. Здесь мармелад, они разные бывают. У нас тут со вкусом ананаса и еще чего-то заклеена, блин, этикетка этой Валберес. Вот так выглядят желейные такие конфеточки, мармеладочки такие. Фокус не хочет фокусироваться на них. Даже. Вот. Мне понравилось, но я вообще не любитель, если честно, таких желейных конфет мармеладных. Девчонки любят, но вот эти им не понравились. Они вот попробовали и сказали, больше не будут. Поэтому, да. По составу, ну, вообще, все, что имеет приписку «Эко», они все вот за эту приписку берут жесткие деньги. Но вот батончики мне их понравились, поэтому только исключительно. Поэтому решила взять, попробовать конфеты. Где у нас состав? Вот он. Мы его порвали. Но должен быть неплохой. Нет, это не русский состав. Сейчас поищем. Вот он, в самом верху. Но здесь типа прям витамины, сок, прям все дела. И все здесь очень круто, якобы. Вот, можете на паузу нажать и почитать. Так что такие себе. Так, и здесь у меня еще дезодорант. Дезодорант Рексона. Бюджетненько, 100 с небольшим рублей. Вообще они сейчас дорого стоят. Девочки в Телеграм посоветовали. Сейчас покажу, как такой вот. Их, по-моему, 4 вида. Прямо в сердце называется. С витамином Е, антипреспирант. Нежно и сочно написано. Такой легкий. Ну, Рексона, она и в Африке Рексона. Вообще Рексона мне нравится. В плане защиты и так далее. Такой вот распылитель. Сейчас по аромату потестирую. О, очень сочно. Слушайте, очень сочно, очень яркая душка. Вкусная. Цветочно-фруктовая, яркая, насыщенная. Вот кондишн бы такой для белья. Слушайте, если распылять, прям в облаке пыли будешь по типу дезодорантов, распылителей Фаберлик и Дионики. Прям такой, знаете, действительно сочно. Действительно сочно, насчет нежно. Ну, на выходе, может, потом нежно. Но аромат очень классный. Аромат очень классный. Можешь даже духи перебивать. Буду пробовать в пустых баночках, тогда расскажу. Яндекс.Маркет. Здесь интересный такой крайник. Он вообще с целью экономии воды создан, позиционируется. Как он гнется. Вроде гнется. Мне нужно, чтобы он гнулся. Фокус. Краник для чего? Я хочу в ванну на кран. У нас же там раковины нету. И хотя кран длинный, в принципе, и крис достает даже до крана. Но все равно она тянется. Я хочу просто его удлинить, чтобы она спокойно чистила зубы и умывалась. Сейчас распакую, покажу. В общем, тут в комплекте всякие запчасти. Папа нам тогда установит. Вот так выглядит сам кран. Он экономит воду еще за счет вот именно такого мелкодисперсного распыления. И есть переключатель, то есть режим душа и режим крана. Такой, кстати, переключатель крепенький, несмотря на то, что это пластик, конечно же, не металл. В общем, к обычному крану вот так подсоединяется, накручивается. И должно быть... Да, это твой. И должно быть все very good. Так вот эта штука мне интересовала. Гнется она? Но она не фиксируется. Она, конечно, гнется. Вроде вот так, чтобы повернуть в бок, чтобы ребенку было удобно. Вот. В общем, сейчас пойдем делать. Кстати, была заявлена еще система фильтрации. Я его раскрутила. Что-то тут да есть. Ну, такая слабенькая. В общем, его можно раскручивать, чистить, если что. Прикрутили, вот так вот это дело все выглядит. Но это все равно не то, что я хотела, я другую куплю. Я знаю, какой мне надо, почему. Потому что он не стоит, то есть он не сгинается, не стоит. Мне хотелось, чтобы он вот сюда вот был немножко в сторону, его можно было вот так вот согнуть поближе, чтобы ей поудобнее было умываться. Я видела такие поворотные, которые изменяют там угол наклона и так далее, но вещь вообще прикольная, смотрите. К
Крис понравилась. Она подходит одной рукой, вот так берет, и ручки моет, как бы ей понравилось. Ну, низко он висит, неудобно. Но пока играться хотят они, пусть играют. Это вот режим душа. Это режим струи. Вот таким образом. Опять режим душа. Вот так вот все это. На кухню удобно. Вот это все вот. Раковину промывать там и так далее, это достаточно удобно. Но в ванной, конечно, смысла нет. Вот такие вот дела. Ну и на этом все, мои хорошие. Все ссылочки, как всегда, в описании, в том числе и на очиститель Pink Magic. Всех люблю, целую, всем пока-пока.